Сегодня в Ноябрьске прошло заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Обсудить насущные проблемы собрались представители администрации, а также городского бизнес-сообщества. Самой обсуждаемой темой стал закон о такси, который, по мнению руководителя соответствующей отраслевой секции Союза предпринимателей Александра Бондарчука, в городе не исполняется. Обсуждали присутствующие и действующее земельное законодательство, которое, по мнению бизнесменов, нуждается в доработке. Дело в том, что арендованную землю, на которой стоит недвижимая собственность предпринимателей, выкупить можно только по кадастровой стоимости, а она может быть выше рыночной. Оспорить цену участка можно только через арбитражный суд, предварительно проведя независимую экспертизу, или же по решению специальной комиссии. Такая в нашем регионе есть, правда, находится она в Салехарде. И на то, чтобы решить все вопросы, уверяют предприниматели, уходит слишком много времени. Кроме того, по закону оспорить кадастровую стоимость земельного участка можно только в течение полугода после ее утверждения. Предлагаю все-таки организовать комиссию, выработать нормальные предложения на уровне округа и вынести на уровень округа. Можем подключить союзы предпринимателей других городов, администрации других городов при необходимости выработать совместные решения, которые эту проблему снимут.